С победой и с поражением. Две игры получились такие разные. Сказался уровень соперника, естественно. Поговорим про первую игру. Довольно такая качельная встреча. Долгое время было ничего не понятно. Удалось все-таки выиграть ее в последнюю секунду. Какие эмоции остались от этой игры? Какие впечатления? Что для себя вынесли из той игры? Безумно понравилась игра, на самом деле. Мы играем первый раз с такой командой. Собрали новых игроков, сыгрываемся пока что. Первая игра безумно понравилась, соперники очень достойны. Игра была равна, играли буквально до последней минуты. Но немножко фортуна сегодня была на нашей стороне. Вырвали, боевая такая победа. Ну, я с Данилом согласен по поводу первой игры. У нас была разная тактика до игры. Сначала играли в атаку. После пропущенных мячей решили пойти вперед. С одним защитником уже принесло свои плоды. Но в конце видели, да, нам, конечно, откровенно повезло, что у нас есть техничный игрок, который может забить ударом. Но и мы все старались подержать, играли в пас, и удалось в первой игре достичь нужного результата. А если говорить о второй игре, все-таки были ли у вас, считаете ли вы, если проанализировать эту игру по горячим следам, были ли у вас какие-то шансы зацепиться за очки? Над чем предстоит команде поработать, чтобы в будущем, встретившись вот с таким же соперником, показать ему, показать более достойный результат, может, выиграть? Ну, сегодня, я думаю, что однозначно у нас не было шансов против этой команды. Как я уже сказал, у нас в этом сезоне мы первый раз играем таким составом. Нужно еще сыгрываться, узнавать друг друга. Сегодня, я думаю, что шансов действительно не было, они переиграли нас по всем параметрам. Играли постоянно в пас, мы теряли игроков, зоны теряли. Даже как бы не стоит говорить о том, что у нас была игра, там, и мы подустали, это тоже... Ну, сегодня не было шансов, я считаю. Да, по поводу игры, это, в принципе, не оправдание, то, что мы первую игру играли, но тут мы с Данилом немножко, скажем, немножко откроем секрет, мы зимой этого года уже играли с Академией в другом турнире, вот, проиграли с разгромным счетом, но мы знали, как соперник играет, то, что они очень любят владеть мячом, вот, старались сыграть в обороне, но главная проблема была то, что мы вначале пропустили 4 мяча. Это было слишком много, потому что потом мы немножко переломили игру, поймали их на контратаках, то есть то, что и в первой игре до этого зимой, мы поймали их несколько раз на контратаках, и здесь у нас это получилось, мы забили 2 мяча командной игрой, но вот пропущенные 4 мяча, это было слишком много, вот, поэтому, в принципе, упустили игру. Но я с Данилом, наверное, немножко согласен, да, пока что у нас шансов нету с такими командами, но мы будем стараться, у нас еще 3 игры, поэтому будем сыгрываться. Будем, да, надеяться попасть в четверку, чтобы дальше сыграть в турнире. Удачи вам в следующих играх. Спасибо большое.